за первое место весовой категории до 61 килограмма ведут в красном трико Авазгаджи Магомедов, Дагестан, параллельный зачет Москва. Его соперник в синем трико Ахмед Идрисов, Дагестан. In the weight category of 61 kilos, Abazgachi Magomedov, Dagestan, Moscow, Ahmed Idrisov, Dagestan. Данную встречу обслуживает руководитель ковра, судья международной всероссийской категории Александр Чуенко, Москва, арбитр, судья международной всероссийской категории Валерий Гульчеев, Владикавказ, боковой судья, судья первой категории Петр Суздалов, город Якутск. За первое место борются представители дагестанской школы борьбы. В красном трико Авазгаджи Магомедов, заслуженный мастер спорта, трехкратный чемпион России, чемпион мира и Европы 2021 года, чемпион Кубка мира 2020 года. Авазгаджи Магомедов, заслуженный мастер спорта. Тренеры Абакар Авазгаджиев, Гамзат Абасов, Али Исхаков. Его соперник в синем трико, представитель школы Дагестана Ахмед Идрисов, мастер спорта международного класса, победитель чемпионата мира среди юниоров 2018 года, обладатель межконтинентального кубка 2018 года, бронзовый призер мира среди юниоров 2019 года, двукратный призер чемпионатов России Ахмед Идрисов, мастер спорта международного класса, тренер Али Исхаков. Борьба за первое место. Счет 1-0 в пользу Авазгаджи Магомедова, который представляет Дагестан. Параллельный зачет Москва. Его соперник в синем трико Ахмед Идрисов, Дагестан. Борьба за первое место. Весовой категории до 61 килограмма. Thank you.
До конца поединка остается меньше 2 минут. Счет 1-0. В пользу Абазгаджи Магомедова. Дагестан, параллельный зачет Москва. Счет становится 1-1. До конца поединка чуть больше минуты. До конца поединка 30 секунд, счет 3-1. Ведет Абазгаджи Магомедов.